Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас будет такая одна очень интересненькая история. Ну, все мы двигаемся, да, по дорогам общего пользования, ну, кто-то еще только в ожидании получения прав. И постоянно у нас возникают такие, вот прям честно, постоянно такие нехорошие проблемы, это вот с автомобилем. А поконкретней, то где-то на парковке, то где-то ночью во дворе, то что-то еще произойдет. Смотришь на кузове автомобиля, постоянно появляются какие-то косяки. Сам недавно столкнулся здесь, прям такой отпечаток очень хороший. Я недавно узнал о очень таком интересном девайсе, который действительно, ну, по словам производителей, может нас немножко, так сказать, защитить, застраховать от всяких вот таких вот маленьких нелепых неприятностей, там, вплоть до того, там, ударили дверью, шоркнули машиной, да все что угодно. Вплоть до того, что даже просто какой-нибудь неадекватный пешеход, ну, царапнул, упал, наскочил, там, либо что-то сделал, еще какую-то подставу хотел замутить. И вот эта штучка должна нас прям очень и очень сильно оберегать именно вот в эти моменты. Поэтому предлагаю что? А давайте-ка мы ее возьмем и протестим, насколько она действительно хорошо будет работать. Но протестим не просто так, как вот где я, кстати, увидел просто какие-то обзоры, а чисто по-нашему, по-гаражовски. То есть не просто на гражданском автомобиле, а у нас же есть еще и Жигули, и боевые тачки, которые ездят у нас и прямо, и боком, как угодно. В общем, я думаю, сегодня он получит люлей по полной. В общем, знакомьтесь, 70 Omni. Вот представляете, ребят, это первая в отрасли такая модель, которая имеет запатентованный дизайн и обзор в 360 градусов. Благодаря поворотной конструкции Omni может поворачиваться на 340 градусов. А в сочетании с объективом с углом обзора 140 градусов, Omni стал первым в мире видеорегистратором с обзором в 360 градусов, у которого нет слепых зон и который практически не искажает изображение. Объектив создает плавную панораму для отслеживания пространства вокруг автомобиля, что наиболее важно как раз на парковке. Благодаря детектору слежения с искусственным интеллектом, Omni может точно обнаруживать подозрительное поведение человека рядом с автомобилем во время стоянки, запуская экстренную видеозапись в этом направлении и предупреждая светом. Также у данного девайса есть детектор столкновения. Почувствовав удар во время парковки, Omni сразу же вычисляет его направление, поворачивается туда и начинает запись видео. Устройство может записывать, что происходит с любой стороны автомобиля. Специальный алгоритм обработки высококачественных изображений в сочетании с Full HD обеспечивает обалденное качество изображения. Увеличенная диафрагма вместе с новой технологией PuSL Plus HDR обеспечивает отличное качество изображения и днем, и ночью. Кроме этого, у данного устройства есть встроенный GPS. Регистратор обеспечивает безопасное вождение благодаря суперчувствительному ADAS. Также есть голосовое управление, ну и, конечно, удобное мобильное приложение. Ну а теперь давайте проверим все эти функции в настоящих экстремальных условиях. В общем, погнали! Ну, ребят, смотрите, регистратор мы установили на его законное место. Теперь он здесь стоит в автомобиле. Ну и, конечно же, что? Давайте его проверим. И, кстати, ребят, у него есть вот такое прикольное приложение, через которое можно управлять регистратором и скачивать уже готовое видео прямо на телефон. А еще, ребят, у него есть такое прикольное голосовое управление. Правда, оно на английском языке, но ничего страшного. Почему? Потому что, ну, в любом случае, мы постоянно с ним сталкиваемся, и многие фразы нам уже знакомы. Но для тех, кто, скажем так, сталкивается впервые, в инструкции все это дело есть, и на самом деле команды наипростейшие. Даже вот не отрываясь от руля, не отвлекаясь, можно в какой-то даже прикольный или там неприкольный момент снять все, что происходит внутри салона. Например, вот, сказав ему «Shoot inside!» И сейчас он быстренько снимет то, что происходит у нас здесь. Ну, чисто так похотать, можно даже такой небольшой клип снять. Но это далеко не все. Еще, например, приезжайте мимо чего-нибудь такого интересного, что находится, например, справа. Говорите ему «Shoot right!» И он, пожалуйста, вам все, что происходит справа, начинает снимать, и вы потом элементарно все это можете посмотреть просто на телефоне.
Также он может снять очень быстро, что происходит вокруг автомобиля, ну и внутри салона, простой командой. ShotLock! Приготовьтесь поздороваться с камерой. Здорово, здорово. Также прямо на ходу можно легко сделать селфи. Take selfie. О. И селфи готово. Также он может предупреждать водителя о автомобилях впереди, о пешеходах и даже, не поверите, о том, что все машины поехали. Залипнув в телефоне, он может вам сказать, что автомобили впереди поехали, хорош стоять, погнали тоже. Вот смотрите. Обнаружено движение автомобиля впереди. Вот так вот, понял? Не даст тебе поспать. Внимание, пешеходы. Внимание, пешеходы. А еще есть режим видеозаписи на парковке. Это, кстати, очень полезная штука. Будет выполнен вход в режим наблюдения на парковке. Ну и давайте попробуем вот именно в этом режиме, в парковке. Просто кто-нибудь подойдет к автомобилю и посмотрим, как она на это дело, как он, вернее, регистратор на это дело отреагирует. И вот в режиме парковки, смотрите, если мы даже подкрадываемся к автомобилю, не знаю, там пытаемся скрутить щетку, а он нас уже спалил. Так, и сигналка нас тоже спалила. Вот он, вот сейчас он, смотри, снимает четко, вот он видит, что я здесь стою. Я попасть хочу в машину. Нет, не получается. Колесо отвернуть, что-нибудь еще сделать, что еще можно с машиной сделать? Ну, отвернись, а. Ну что, ребят, ну а теперь давайте перейдем к такому маленько другому тесту, очень даже интересному. У вас вот, видите, два автомобиля, в один уже сейчас как раз ставится этот регистратор. И, соответственно, что? Давайте сделаем такой момент. В нем стоит датчик удара, то есть, соответственно, при любой, ну, небольшой вибрации по автомобилю, ну, вот честно, даже вот ямы на дорогах, если влетел как следует, то у тебя есть даже видео доказательство, что там была именно яма. Ну и, соответственно, удара, если вдруг, не дай бог, там ваш автомобиль врезался в другой автомобиль, ну, не раз врезался, либо даже шоркнул. Ставим регистратор в этот автомобиль, у нас есть еще один автомобиль, поэтому давайте узнаем, как и что он снимает, насколько четко, допустим, при столкновении небольшом в движении, при столкновении на месте. В общем, сейчас мы все это дело протестируем. В общем, погнали. Так, ну вот, давайте сымитируем, да, так вот, едешь, ну, возможно, где-то дорога незнакомая, где-то знак не увидел, выезжаешь на перекресток, бах, а тут машина! Ё-моё! А вот это уже прям реально повреждение. Ты чё, студент? Давно права купил? Что такое помеха справа? Мы забыли, что ли? Какая главная? Ну, мы сейчас посмотрим. Ну и давайте сымитируем еще одну очень-очень часто случаемую ситуацию. Ну, двигайтесь, никого не трогайте. Опачки! А тут раз, еще и хотел уехать. Я тебе уеду. Но все-таки он среагировал. Он включил запись, которую мы сейчас можем элементарно посмотреть. Причем не надо ничего даже в телефон скачивать.
А, ну все, тут это железобетонное доказательство, если вдруг кто-то что-то начнет придумывать, что меня там не было, либо это все выдумано. Так ты где-то не держал дистанцию? Я дистанцию не держал, да? Смотри. Конечно, я дистанцию не держал. Давайте вот еще имитация одной ситуации. Вы просто двигаетесь. Ну, неважно, где там, вдоль магазина или еще где-то. И тут раз, оба! В один прекрасный момент какой-то балбес начинает выезжать с парковки. А резина зимняя. Фиг вовремя остановишься. Давайте сымитируем еще один момент, который очень часто, к сожалению, происходит на дорогах. Это пешеходы. Особенно, когда они выскакивают непонятно откуда. Оп, оп. Ну, сами понимаете, в любом случае... Пешехода мы никак не можем сбить, нам это не надо, но по крышечку мы имеем право ударить в любом случае. И давайте посмотрим, что же сделал регистратор. Вот он этот момент, смотри. Вот. Да, вот едешь, просто стоит ничего поток встречных машин. И тут бах, кто-то выбегает. И вот он сохраняет до этого момента сколько-то секунд и после. И самое интересное, ребят, что чтобы передать, поделиться этим видео, здесь есть просто волшебная кнопочка скачать, и она автоматически это видео переносится вам на телефон, и вы можете его отправить, ну, куда угодно. Хоть на почту, хоть на WhatsApp, хоть в телегу, да хоть куда, любой мессенджер. Ну что, ребята, значит, посмотрели, да, как он работает, все хорошо, все замечательно, но... Опять же, ну не будем гараж 54, если мы не устроим вообще прям такие жесткие испытания. Ну, знаете, многие из вас, наверное, знают, у нас здесь такая вот боевая тачка. Валит она очень хорошо, тем более дрифт, то есть управляемый занос, все дела, перегрузки, постоянные перекладки и, соответственно, все это дело меняется, крутится. Ну и вот давайте все-таки, блин, устроим очень-очень жесткий тест. То есть мы его поставим вот в эту тачку и посмотрим, как он себя поведет реально в боевых условиях. То есть... в очень жестких, с хорошими перегрузками, с быстрыми перекладками, где все вот эти вот углы меняются. Ну, я вам попозже расскажу, что происходит с стабилизаторами. Вот заодно посмотрим, как поведет себя он. В общем, поехали. Ну и вот мы приехали на площадку. Машина готова, все хорошо. Погодка, правда, маленько ничего не подвела, но это и лучше. Теперь будут самые настоящие боевые условия. Регистратор стоит на месте, все здорово, мы готовы, поэтому погнали его испытаем. Ребят, получилась, значит, вот такая вот замечательная история. И смотрите, что произошло вообще. Я думаю, что вообще в истории регистратора строения таких тестов для них никто не устраивал. И действительно, вот этот малыш прошел испытание прям на все 107%. Ну, вы видели, да? Он спокойно переваривает, то есть он не теряется. Ну, как стабилизатор. Ну, ладно, у стабилизатора функция другая, да? То есть даже в дрифт тачки. То есть он охраняет и защищает вашего автомобиля на парковке, когда вас нету в тачке.
Плюс ко всему качество съемки, ну, естественно, само устройство связывается с телефоном, скачивание файлов. Ну, вообще, в общем, устроено все весело. Поэтому, ребят, обязательно вам рекомендую. Да и пока снимали, мы уже пару штук тут себе заказали. В общем, ребят, рекомендую, ссылочки будут в описании. Ну, а у меня на этом все. Смотрите нас, подписывайтесь, если вы что-нибудь предлагаете, комментируйте, ставьте вот такие лайки. Ну все, пока.